Сейчас мы посмотрим видео, где Хаги и Ваги засняли на камеру. Ну а чтобы Хаги и Ваги не пришел к тебе домой, тебе нужно успеть за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал. Итак, время пошло. 3, 2, 1... Фух, все, теперь он к тебе не придет. Ну, если ты, конечно, поставил лайк. Так, окей, ребята, первое видео начинается. Так, тут у нас парень снимает с дрона. О, ребята, он заснял Хаги-Ваги рядом с игрушечным магазином. Обалдеть! Так, ну-ка, давай поближе, ужас. Нужно его рассмотреть. О, офигеть, ребята! О! Ребят, как вы считаете, это монтаж или это реально Хаги-Ваги? Пипец! У него нет сигнала на камере! Что-то случилось с камерой! Так, ага, все, запись продолжилась. Так. Воу! Не, ребят, ну мне кажется, это монтаж. Он не очень реалистично выглядит. Но все равно очень жутко. Воу, так, окей. А, он решил пойти в магазин. Проверить, нету ли его там. Ну-ка, так, тут нету. Тут тоже нету. Вроде бы, оу! Офигеть! Господи, Бог, он выходит с нашей спальни, вы видите это? Что там? Да, это просто это Хаги-Ваги? Он так осматривается, как будто боится, чтобы мы его не заметили. Вы только посмотрите на его лицо. Это же просто жесть. Обалдеть. Что он взял? Что это? Чей это телефон? О, черт, это мой телефон. Нужно его как-то забрать. Да, но как? Черт, он так его забрал. Офигеть, ребята, это настоящий Хаги-Ваги. Он положил назад. О, черт, банда, что это за бред? Куда он вообще уходит? Неужели он ищет нас? Черт возьми, он хочет нас убить. Смотри, он уходит в ванную. Зачем? Что ему там надо? Настя, посмотри, здесь остался кусочек его шерсти. Мы можем привязать куклу Вуду. Да, это будет очень легко. Давайте теперь его засунем в куклу Вуду. А, я понял, они хотят соединить куклу Вуду с этим монстром, чтобы им управлять. Это классная идея. На его голову. Надеюсь, что после этого она привяжется к этому монстру. Тем не менее, по идее, после этого кукла Вуду уже должна быть привязана к нему. Осталось только как-то ее проверить. Посмотри, гвозди! Остались еще после того ремонта, который мы делали. Окей, давайте как-то аккуратно проткнем ему руку. Просто посмотрите. Черт, кукла Вуду работает. Ребята! Гляньте на него. У него вся рука в крови. Кукла Вуду действует? О, здесь же тоже это видишь. Да, ничего себе. Мне даже его как-то жалко. Это просто жесть. О, это работает, прикиньте. Значит, такого не было, просто какая-то магия. Мы просто видели, как он мучился. Ему явно было очень больно. Все! Пипец! Бежим, Настя! А вот это уж точно не монтаж, ребят. Это настоящий, реальный Хаги-Ваги. О, он ломится в дверь. Не открывай, нет, давай. Как о боже мой! Пипец, это очень страшно! О, черт! Офигеть, ребята! Это он к нему и пришел, потому что он лайк на ролик не поставил, ребята! Если бы он лайк поставил, он бы не пришел! Просто посмотрите! О, господи! Я просто не могу в это поверить! Кукла Вуду сработала! О, черт, я думаю, задохнулся! Офигеть! Какой он монстр! Я был на волоске от смерти! Так, ну что, ждем? О, нет, здорово! Да, здорово, чувак! Так, они снимают тут со скрытых камер видеонаблюдение! Сейчас они должны вроде как... Придет ли реально этот Хаги-Ваги? Запечатлить Хаги-Ваги? Ну или там... Хотя, подождите. Такой вроде информации... Не знаю, получится у них или нет. В следующий раз, ребята, попробую надыбать рации. Они у меня где-то есть. И будем общаться, чтобы, так сказать, живее было. Пока ничего не происходит. Потому что я сейчас не могу сказать, типа, нет. Воу, как ты там? О, ребята! Посмотрите! Это Хаги-Ваги! Могу стоп, некуда бежать. Что ты видел? Я видел, охренеть. Ребят, как вы считаете, это монтаж или реальный Хаги-Ваги? Чувак, я думал, он меня сожрет сейчас. Пипец, у меня мурашки по коже уже от этих видосов. Вообще ли нет? Обалдеть! Я не знаю, я услышал звук какой-то, типа, он как будто этот...
Он со шкафа вылез или откуда, я не понял. Я не понял. Он как будто из-за стены вылез. Близко. Я не знаю, я чёрт. Они что, одним стулом забаррикадировали? Серьезно? Один стул их не защитит. Послушай. Это уж я знаю. Я тебя забаррикадировал, тебя отключится. Так. Неужели они пойдут проверять? Я бы лучше заныкался, взял какое-нибудь оружие и дожидался его. Они просто идут к нему, блин! Сейчас как выскочит, чувак! Тихо, спокойно! Так. Я не хочу туда идти. Так, аккуратненько. Не, я туда не пойду. Да не надо идти туда! Либо вы бегаете сразу на улицу, либо заныкайтесь в комнате и дожидайтесь его с оружием. Блин! По идее, вот на возле этого дома, возможно, даже наверху этого дома был замечен Хаги-Ваги, здоровенский ага. монстр. Что? Я понял, теперь он хочет запечатлеть его пока, с помощью дрона. Я, так сказать, как я понял, он должен быть рядом с этим домом. Это какой-то монстр. Возможно, услышит дрон. Как сейчас мы с вами увидим летает. Нечто страшное. Так, облетаем. Так. Пока никого нету. Окей. Блин, так, чуть-чуть сейчас что-то появится. О, все хорошо. О, так, ребята, залагало. Оооо! Ребята, вы видите? Вот он стоит на крыше, здорово! Он на доме? Реально, Хаги-Ваги, видите? Вот он! Оооо, щит! Ребята, я просто не верю своим глазам. Что за бред? Смотрите, это он! О! Он пропал? Камера зависла, ребяточки! Камера сломалась! Ребята, что с камерой? Это все Хаги-Ваги делает? Так, куда ты, дрон, летишь? Куда? Куда он делся? Пипец! Куда он делся, ребята? Он только что стоял на крыше. Я тоже видел, ребята. Я не верю, он что, реально там был? Ребята, там был настоящий Хаги-Ваги, он такой большой был. Ага. Что с дроном? Что с камерой-то? Нет, пожалуйста. Она все время глючит? Неужели это реально Хаги-Ваги, как-то ее, не знаю, сигнал какие-то не те ловит? Кто там внизу стоит? Большой, ребята, это... Он рядом с домом? Он стоит внизу. Ноу сигнал. Интересно, а прохожие его видят? Че это было? Все, смотрим, наблюдаем, ребята. Так. Прерывается, посмотрите. Так, окей. Тут, видимо, другой блогер пытается заснять Хаги-Ваги. Получится там ли у него это? Нужно нам с вами его сейчас найти. Мы увидим. Блин, я очень какая-то какая-то заброшка. С вами его какая-то стройка. Так, ребят, вы видели? Из гаража вылез Хаги-Ваги. Вы видели? Да, он там был. Он там, ребятки! Офигеть! Да, ну, не может быть! Не может быть! Там был Хаги-Ваги! Да, обалдеть! Я думал, он только в игре Хаги-Ваги бывает! Выходи, он и в реальной жизни есть! Где ты там прячешься? Ну-ка, ребята, пока не вижу! Так. Пока блин, не он сейчас выпрыгнет, наверное! Ну-ка, что-то какие-то... Оооо! Пробежал между гаражей! Здорово, ребята, вы увидели? Блин! Да ладно! Так, надо это все посмотреть. Ну ладно, мне кажется, с дрона это не так уж страшно снимать. Было страшно, когда было в квартире. Хочу сказать, пластилиновая фигурка Хаги-Ваги. Давайте смотреть. Пока что я положил ее на такую большую белую тарелку, чтобы было видно то, что исчезнет. Он слепил из пластилина Хаги-Ваги и теперь ждет самого Хаги-Ваги. Я вот стараюсь. Ну разве приходит за пластилином? Потому что, ну мало ли, да, сейчас она исчезнет, и я опять. Ну ладно, смотрим. Сейчас может придет. Итак, народ, пока что все четко. Вау! Оооо, нифига себе! Что? Оу! Какого фига он в окно смотрит? Она просто завораживает его взгляд. Он такой высокий, что смог дотянуться до, не знаю, до 16 этажа, до 9, я не знаю, на каком этаже он. Что мне делать, народ? Пипец! Что мне делать? Он там стоит. Что? Может тоже попробовать слепить фигурку и дожидаться его? Что? Хотя нет, это очень опасно, ребят. Вам тоже не рекомендую это делать. Все, она выключилась. Что? Лучше этим не заниматься. О, боже мой. Так, ребяточки, смотрим, что там? Ну-ка. Ребята, я сейчас сниму Хаги-Ваги, это будет охренеть. А если он там на кухне? Воу! Офигеть, он просто все разрушил здесь. Ребята, просто зацените, тут все попадало. Воу! Офигеть, ребята. А тарелка пустая! Что я забрал? Народ, Хаги-Ваги, походу, в натуре забрал ее. Зачем? Воу. Поэтому я и летаю еще. О, так, теперь он снимает с дрона. Потерялась связь. Что за хрень? Он хочет связи не заснять Хаги-Ваги.
Блин, он сейчас где-то... В реальной жизни! О, смотрите, он на крыше, какой огромный! Чуваки, Хаги-Ваги, я что-то не понял, как он тут... Блин! Народ, давайте подождите... Как вы считаете, это монтаж или нет? Он прячется... Просто я в этом не разбираюсь, я... Мне кажется, это все реалистично выглядит. Ребята, что за хрень? Так? Какие-то глюки, снова камера глючит! Снова Хаги-Ваги что-то натворил! Нет, он еще на месте, никуда не сбежал. Ребята, смотрите, может быть это кукла или нет, я не понимаю. Ну, короче, это, ребята, да, ну, это кукла, это игрушка. Не маскота, он сидит просто чилит. Он чилит, он чилит, отдыхает. Он прячется на крыше просто. Так, он снова глючит камера. Блин, я не понимаю. О, он пропал. Ребята, куда он сбежал с крыши? Может, он прыгнул? И он просто пропал, я не понял. О, офигеть. Честно, я... Ребята, я просто... Пипец. Сорян, что я так эмоционирую, но я охренел, я не ожидал, что мы найдем. Я тоже офигел. Ваги, ребята, капец. Хочу направо повернуть, наверное. Так. Возможно, ребята... Куда он делся? Какого хрена ты лагаешь, дрон, давай, ну... Оооо. Пипец, как его прохожие не замечают, он же огромный. На размерах, как и ваги. Там люди просто спокойно ездят. Это какая-то голограмма или чё? Не знаю, но это, мне кажется, всё-таки монтаж, потому что люди как-то спокойно ездят, не замечают его. А если вдруг он делает так, что его может видеть только вот этот Никита, а остальные его не видят, прикиньте? Или это какая-то гигантская... Вы как считаете, ребят, монтаж или не монтаж? Я просто охреневаю, ребята. Обалдеть, он реально очень огромный и страшный. Он просто огромадный, ребята. Он как Кинг-Конг или как Годзилла. Нет, ребяточки, это просто гигантский. Обалдеть. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!